Собираемся на прогулку. Сегодня у нас выходной. Кто куда? Я разбила камеру. Вот. Ого. Короче, беру салфетки. Мы упали. Зашли в магазин за водичкой. И мне испачкали кроссовки. Так много народу здесь сегодня. И смотрите, там крыса будет. Ну, тепло. У нас до этого два дня. Дожди были. Вот. Сейчас идем за чурос. Обожаю чурос. Это очень вкусно. Вот, забирай, на. Короче, в тот раз нам три штуки было мало. В этот раз нам очень много, даже двух. Очень, они какие-то странные в этот раз, мне не очень понравились, если честно. В тот раз было очень прям безумно вкусно. Согласна? Ты не хочешь больше? Спокойно. Сейчас пойдем в галерею. Вон она там находится. У нас, оказывается, тут много точек. Я это уже говорила. Просто поражена, что я не знала об этом раньше. И почему вот школа туда не ходит? Может, какие-то ходят? Не знаю, короче. Башня. Так. Я боюсь. Чего? Ух, какая дверь тяжелая. Реально. Вон она, видишь? Вон девочка вышла. Сегодня как-то особенно чудесно ощущается жизнь. Я прям не могу. Я прям не могу реально. Вон они. Встречаются. Это теперь база. В общем, по итогу, встретившись с Юлей, мы решили, что пойдем к ней сегодня на ночь. Мы реально пойдем сегодня к ней на ночь. И у нас будет девичник. Вот, давно мы у нее не ночевали. Я помню, в прошлом году она у меня месяц жила. Я у нее месяц, если не два. Вот такое у нас смоленское гуляние. Второй час, как мы пытаемся дойти до Юли, буквально, не знаю, метров 500. У нас будет теперь музыкант. Сколько это странно, что я захожу в квартиру своей подруги. Юля. Исключение без нее. Сам. Сам. Снимай. Луне очень нравится вот папины дочки сериал. Реально. Общественно полезным трудом. Он добрый такой. Прикольный. У нас вот такие вот получаются сэндвичи. Мы, кстати, готовим на работе. Вот. Мы пришли, вот Юля. Ксюша залетела к нам на огонек. Соглашайся. Почти все. Мы... У нас каравай, девочки. Ой, каравай, каравай, хватит, выбирай. Вот это да. Боже, что ты как страшно общаться. Просто я не знаю, почему она решила убираться. Там она общается с парнем. Нет, не нормально. Ненормально.
мечей. Почему это был нереальный фильм, мне безумно понравилось. Очень круто. И я плакала, рыдала все части. Невероятно круто. В принципе, на этом наша выходная закончилась. Нам подарили такую замечательную игру. Мама. Она достаточно сложная еще для ее возраста. Мама, давай. Мама. И вот такую. Мама. С этой она справляется. Мама. Вышли с моей подружкой сегодня с новой. Просто иду. Пока нельзя. Сколько? 2-3 недели еще. Работа не работает по причине того, что резинка здесь не работает. Ты кто-нибудь заснять ему, как я убрала шкаф. Да, алло. Общаюсь с Сережкой какой-то. Так. Да, ему 33. Так. Спасибо тебе большое. А, нет, всего. Пока.